Экипировочный центр judoshop.ru представляет коллекцию кимоно Хаджиме Мурзилка. Это совместный проект компании Fighting Films и детского литературно-художественного журнала Мурзилка. Вот перед вами кимоно. И давайте мы сейчас посмотрим, как выглядит это детское кимоно Мурзилка. Мы сейчас его распакуем. Так, мы вытаскиваем из упаковки. И перед нами, значит, пояс. Белый пояс идет в комплекте с логотипом Мурзилка в кимоно. Вот видите, здесь. Вот такой очень хороший качественный белый пояс. Достаточно плотный и в то же время мягкий, удобный для завязывания детям. Это непосредственно куртка. Сейчас мы посмотрим сначала, потом дальше пойдем. Вот такая куртка кимоно. Здесь мы видим тоже в нижней части есть логотип Мурзилка. Плотность кимоно 350 грамм. Хорошее качество кимоно. 55% хлопок и 45% полиэстер. Давайте мы посмотрим сейчас, что у нас есть здесь на рукавах. Значит, здесь у нас два логотипа на рукавах размещены. Это логотип, рисунок непосредственно, значит, Мурзилка. Вот вы видите. И на другом плече у нас логотип компании Fighting Films. Это уже известный и зарекомендовавший себя бренд, производитель товаров для дзюдо, экипировки для дзюдо. Видите, кимоно сшито из двух частей. Верхняя часть — это ткань плетеная, она имеет плотность 350 грамм. Нижняя часть чуть-чуть помягче. Вот здесь шов соединения достаточно крепкий и прочный, да. Посередине нету шва никакого, видите, на спине. Воротник в меру плотный, но достаточно тоже мягкий, что позволяет не травмировать ребенка, да, нет такой жесткости. Кимоно на самом деле очень легкое и прочное. И давайте мы сейчас посмотрим, что у нас еще в комплекте. В комплекте у нас идут штаны, тоже имеющие логотип Мурзилка в штанах. Здесь у нас верхняя часть, да, на резинке. И шнурок. Тоже это очень хорошо для детей, потому что многие дети забывают завязывать, ну а резинка не дает возможности упасть штанам. Вот такие штаны на коленках усилены дополнительной тканью, что дает возможность не бояться, так сказать, ребенку ползать на коленочках, и это не, ну, то есть продолжительность службы увеличивается у штанов, то есть места, где дети ползают, значит, здесь укреплено специально. Ну, это стандартный пошив штанов кимоно. Единственное отличие — это, значит, резинка вот здесь и, конечно же, логотип Мурзилка. Кимоно очень легкие, но в то же время тоже штаны легкие, но прочные достаточно. Ткань очень хорошая, я уже сказал, 55% хлопок и 45% полиэстер. И дальше что у нас идет в комплекте? Дальше мы смотрим. В комплекте еще идет дополнительно вот такой вот рюкзачок. Рюкзак для переноски кимоно с такими лямками, которые здесь можно затянуть, положить кимоно внутрь, одеть на плечи и нести. На рюкзаке логотип Мурзилка и дзюдо.
Вот вы видите, такой веселый мурзилка. И сюда, вот я сейчас покажу, можно вот так складывать кимоно внутрь. Вот таким вот образом. После тренировки можно сложить кимоно мурзилка внутрь. Вот оно как раз помещается туда. Пояс. Сюда даже поместятся и тапочки. Затянуть. И можно носить на тренировку вот такую замечательную. Замечательное кимоно в таком замечательном рюкзачке, который идет в комплекте. Итак, в комплекте идет рюкзак, пояс, штаны. Это кимоно мурзилка и дзюдо от компании Fighting Films, совместный проект всемирно известной фирмы, производителя кимоно и детского литературно-художественного журнала «Мурзилка». «Мурзилка» и «Дзюдо» в экипировочном центре dzudoshop.ru. Оптовые закупки на официальном сайте российского представительства Fighting Films, fightingfilms.ru. Рекомендую.